studion varje gång ni sprang till klubben. Resultatet är att lommen är våre är luven. Wallalo, människor är psyke. När man är på topp sjuk, ta på deras psyke. Aki den som skryter, med hals och öron fryser. Hachu, hjärta är lika kallt som isen. Walla, vi har krigat, vi jobbar hela tiden. Armbåga fram och sida till sida. Yeah, fake stå på sia. De långt bort från mina. Allt pekar bara upp så vi följer efter pila. Jag ser inte på tur. Det går skitsnabbt. Jag kommer från bunnen. Och det jag gjorde, jag said it with serious ease. We were way past the fondness. Slumber through to it out in the deep. Took the brunt of the boulder. Couldn't have something they couldn't see. Made a mess of the border. With a new strain of a disease. Didn't know what they started. Stark asymmetries unfolded overnight. Created something bleak. Tenfold in the light. Heaven knows that giving up, trepidation, hope of dust emanates. Took a break for better days. Myself a beneficiary. More ideas in the cauldron. Half the world is on hold though it seems. What you believed in, it's over. Shark asymmetry. Здесь всегда запредельная футбольная атмосфера. Добро пожаловать на Mercedes-Benz Arena, где через несколько минут начнется наш матч. Если вы включили эту опцию, то слышите нас, Георгия Черданцева и Константина Генича. Вашему вниманию две отличные команды на поле. Похоже, матч у нас сегодня будет отменным. Очень важны товарищеские игры, и сегодня вполне может появиться шанс проявить себя у игроков резерва. Для них такие матчи – это очень ответственно. Это совсем не опасно. Сильно мимо. Не получился у него удар. Он хотел пробить на технику. И техника его тут явно подвела. Перехват. Дальше мяч не пошел. Накрывают его прессингом. Мяч переходит к сопернику. Есть вариант для паса. И пас перехвачен. Константин. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Как хорошо он увидел партнера. Нет ничего опасного в этом эпизоде. Итак, угловой.
и разыграть решили угловую. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. Трибуны однозначные реакции ответили на решение судьи не ставить 11-метровый удар. Вперед он мяч тащит. Чуть выше ворот. Опасно было. Удар хороший на исполнение. Жаль, этому удару не хватило точности. Отбор чисто сыграно. Отличное видение игры. Очень здорово он в перехвате сыграл. Теперь Арсенал идет в атаку. Пытается соперник мяч отнять у них, но очень уж хорошо в пас играют они сейчас. Отлично в прессинге сыграно и вернули себе мяч. Константин. Навесом в штрафную можно сыграть. И у соперника теперь мяч. Очень хорошо он играет. Сейчас пас команду защитник. Пас на ход партнеру. Идет с мячом к воротам. И навес чуть назад. И это гол! Первый гол в этой игре забит. Повтор гола. Очень хороший пас с откатом назад у него получился. Да, и хотя защитники очень плотно там носили, удалось из этого эпизода сделать результат. Здорово исполнено. 1-0 в нашей игре. Пас перехвачен, теперь мяч у другой команды. Перехватывает мяч соперник. Константин. Пошел вперед Арсенал. Аут будет. Ушел мяч за лицевую, но после рикошета, так что угловой. В центр штрафной мяч с углового летит. Мяч за лицевой, будет удар от ворот. Попал он под прессинг, нельзя мяч терять. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Если бы прошел этот пас, было бы очень опасно, но защитник не подвел. Можно подавать сейчас. Защитник блокирует этот момент. Катают они мяч. Забивать тут надо. Как играет? Отличный блок. Угловой удар будет, Арсенал подаст. На коротке решили разыграть угловой. Все хорошо сделано было, но принять этот мяч оказалось некому. Отдает мяч сопернику Арсенал. А
Они ждут свой шанс. Уверенно мяч держит. Вот это спасение! Будешь, навешивает, а? Теряет атака мяч. Штрафной вынос. Сейчас надо сравнивать. Мяч в воротах. У нас ничья. Всегда ценится. По разу сумели отличиться команды в первом тайме, пока ничья. Наш матч, второй тайм. Отлично сыгран, очень вовремя защитник мяч вынес. Можно попробовать подать сейчас. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Константин. Очень хорошо он играет. Сейчас спас команду защитник. Хорошая возможность выйти вперед. Угловой удар будет. С ближним угловой разыграли. На дальнюю подача. Очень вовремя защитник играет на вынос. А вот хороший шанс быстро развернуть атаку. И все-таки мяч оказывается у соперника. Константин. И перевод мяча на другую сторону. Как здорово он мячом распорядился. Какой хороший перехват. Прерывает опасную передачу защиты. Арбитр дал доиграть эпизод, но потом все-таки уже фиксировано нарушение. Барри. Ищут возможности обострить. Атака набирает обороты. Хорошо, братарика. Болельщики приветствуют этот угловой. Еще бы! Давно их команда не имела моментов забить. Не смог защитник как следует мяч вынести. Все еще опасно сейчас. С мячом вперед он идет. А мяч уже у соперника. Пас перехвачен. Барри. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Интересно, куда дальше мяч пойдет. Выбивает он мяч. Будет угловой. Пошла подача. Пас получается точно на соперника. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. Мяч перехвачен. Можно навесить сейчас. Ай да вратарь, браво!
Как здорово он сейчас сыграл. Непростой был удар. И действительно это классное спасение. И прямо в центр штрафной мяч летит. Мяч покидает штрафную после углового. Пас вроде получается. Все просто. Вынос. Хорошо держится мяч у хозяев. Но пока что от владения каких-то дивидендов нет. Опасных моментов они не создают и просто катают мяч. А это совершенно не то, что от них ждут болельщики. Спасает он команду своими действиями сейчас. Есть шанс выйти вперед. Блокирует удар игрок. Браво, вратарь. Разыграть коротким пасом решили угловой. Мяч в середину штрафной идет. Отлично защитник играет. Четверть часа еще играть команда. Они переходят в атаку, и сейчас игра может набрать скорость. И, к сожалению, мяч потерян. Бензема. Хорошо мяч перехватили в атаке. Один соперник отыгран, идет вперед он. Константин. Возможно, последняя атака в матче. Ну же, забейте! Дальше мяч не идет, перехват. Отличный момент есть! Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Не дает пробить. Шикарно высокий прессинг, и мяч снова у них. Никуда такой навес не годится. 85-я минута матча идет. Мяч все ближе к штрафной. Защитник остался позади. Здорово сыграно. Угловой, возможно, последний шанс для них выйти вперед. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Отворот мяч будет вводиться. Очень перспективная атака. И какая важная. Если они забьют, то наверняка победят сегодня. Великолепен защитник сейчас спас команду над этим действием. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. И пас перехвачен. Жестко он в отборе играет. Конец основного времени матча, но не конец игры. Нас ждут 2 дополнительных тайма. Дает судья свисток, продолжается матч. Первый тайм дополнительного времени у нас начался.
мяч теперь будет у соперника.